Приветствую, дорогие зрители! Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о новых увлекательных играх, которые, возможно, вы упустили. В мире гейминга каждый год выходит большое количество игр, и неудивительно, что даже самым преданным фанатам иногда удается пропустить какие-то проекты. Но не волнуйтесь, я здесь, чтобы поделиться с вами топ-10 новых игр, которые могут оказаться настоящими сокровищами. И перед тем, как мне начать, не забудьте, что под видео есть полезные ссылки, которые приведут вас в магазины, в которых игры всегда со скидками. И без лишних слов, давайте начнем. Achilles Legends Untold – захватывающий проект, разработанный в смеси жанров экшена и RPG, который погружает нас в необычную историю, основанную на древнегреческой мифологии. Мы исполним роль отважного и бесстрашного Ахиллеса, который был втянут во многовековой конфликт. Наша главная задача – помочь Ахиллесу спасти мир, так как в нем ведется война за главенство между двумя богами смерти. Отправляйся на встречу приключениям, проходи многочисленные испытания, сражайся с коварными оппонентами и делай все возможное, чтобы цель была достигнута. Важно собрать мощную армию воинов, которые помогут тебе быстрее выполнять задачи и истреблять противников. Необходимо позаботиться и о боевом оснащении, в котором всегда должно присутствовать мощное оружие и атрибуты защиты. По мере прохождения удели внимание исследованию окружения, чтобы раздобыть ценные ресурсы и полезные артефакты. Также постоянно развивай главного героя, дабы тот сумел преодолеть любое, даже самое сложное испытание. Графика игры отлично продумана, обладает захватывающей атмосферой, заданной за счет уникальной рисовки и звуковых эффектов. The Invincible – динамичная приключенческая игра, разработанная в научно-фантастическом сеттинге, где мы отправляемся на просторы футуристического ретро-мира. Сыграй роль одного из участников профессиональной команды звездолетов, которая отправляется покорять космические просторы, постепенно выполняя важные для всего человечества миссии. В одной из таких экспедиций команде удалось добраться до отдаленной неизведанной планеты под названием Регис-3, где их корабль и потерпел крушение, а выжить удалось лишь тебе. Очнувшись от глубокого и долгого сна, ты понимаешь, что совершенно один в неизвестном, а возможно и очень опасных условиях, с которыми теперь нужно найти способ смириться и суметь сохранить собственную жизнь. Отправляйся на исследование окружения, внимательно изучай даже самые неприметные локации, ведь именно там ты сможешь раздобыть ценные ресурсы и найти ответы на волнующие вопросы. В своем распоряжении ряд высоких технологий, которые помогут эффективнее справляться с поставленными задачами. Outpart – игра, представленная в жанре классического симулятора выживания в открытом и опасном мире. Перед тобой открываются бескрайние морские просторы, на которых ты будешь выстраивать и развивать собственные лагеря. Совершенно случайным образом главный герой попадает на просторы загадочного, неизвестного мира, где теперь предстоит выживать и делать все возможное, чтобы тайны были раскрыты. Отправляйся на исследование многочисленных локаций, добывай ценные ресурсы и необходимые для строительства предметы, а также отправляйся на рыбалку, чтобы утолить чувство голода, тем самым набраться сил. Проект дает нам возможность освоить два уникальных биома со своими условиями и ландшафтом. Здесь важно проявлять навыки тактического планирования, а также дать волю фантазии, чтобы создать ни на что не похожий мир. Для воплощения всех идей разработчики добавили полную свободу действий, а это значит, что лишь от тебя зависит, каким станет этот мир. Planet of Lana – игровой проект, разработанный в жанре аркадного платформера с яркими красками и захватывающей линией сюжета. Исполни роль милой девушки по имени Лана и смело отправляйся навстречу приключениям и непредсказуемым событиям, изучая множество локаций, раскрывая мрачные тайны и выполняя важные миссии. Сюжет расскажет нам о некогда процветающей, сравнимом с раем планете, которая погрязла в войнах и разрушениях, а теперь находится на грани полного уничтожения. В связи с этими жуткими событиями сестра Ланы пропадает, и теперь нам нужно помочь главной героине и ее отыскать, во что бы то ни стало. Будь готов преодолевать преграды и опасности, сражаться с теми, кто захочет тебя остановить, и раскрывать секреты, ответы к которым найти не так-то просто. Здесь нужно по-настоящему выживать, а поэтому тебе потребуется подключить навыки стелса, тактического планирования, а также смекалочку. Усейнер – динамичное аркадное приключение с элементами ролевой игры, где мы возьмемся за исполнение роли владельца рестораном и погрузимся в эту атмосферу с головой. Сюжет расскажет о главном герое по имени Пол, молодой паренек, который, вернувшись домой, получает в наследство от дальних родственников небольшой ресторанчик. Принимайся за дело, прояви себя как профессиональный стратег, развивай бизнес и привлекай как можно больше посетителей. Мир игры полностью открыт для исследования, поэтому обращай внимание даже на самые неприметные локации, ведь именно там ты сможешь раздобыть что-то ценное. Порадует наличие большого арсенала для развития ресторана, а также полная свобода действий, где успех будет зависеть только от твоего выбора и принятых тобой решений. Важно создавать разнообразие в меню, постоянно разрабатывая новые рецепты, чтобы каждый посетитель мог отыскать что-то по своему вкусу. The Iron Wad –
тактическое РПГ, где тебе предстоит взяться за исполнение роли предводителя гильдии отважных и бесстрашных героев. Под твоим началом будет небольшая организация, которую впоследствии необходимо всячески развивать и увеличивать, становясь известным на весь мир. Контролируй каждый аспект деятельности, занимайся распределением ресурсов, привлекай в команду как можно большее количество людей и делай все, чтобы добиться успеха. Стоит не забывать о том, что каждое совершенное действие и принятое решение будет иметь последствия и в итоге повлияет на исход игры. Что касается боевой системы, то здесь она проработана на отлично и представляет собой пошаговый стиль. Это значит, что тебе предстоит подключить не только силу, но и навыки стратега, чтобы раз и навсегда дать отпор оппоненту. События отправляют нас на просторы вселенной, которая уже много лет живет в страхе. Все дело в том, что в несколько раз десятков лет на мир совершает нападение жуткий дракон, несящий в себе смертоносную чуму. Эта болезнь превращает людей в жутких созданий. И вот в очередное из таких посещений было принято решение одолеть обидчика, за что и принимается главный герой. И ты должен ему в этом помочь. Сенгоку Дэнности – игровой проект, разработанный в жанре симулятора жизни с элементами приключенческого экшена, который отправляет нас в прошлое, а именно во времена феодальной Японии. Нескончаемые стычки и восстания привели к началу гражданской войны, развязать которую принимается отважный герой. Каждый регион отныне захвачен настоящим хаосом, и тебе нужно найти возможность создать территорию, где все будут жить в мире и согласии. Задача не из легких, а поэтому отправляйся на исследование ближайших земель, раскрывая мрачные тайны, заводя новые знакомства и собирая причины конфликтов, чтобы не допустить их в своем будущем сообществе. Найдутся и те, которые будут всячески тебе противостоять, поэтому важно подготовиться к подобным конфликтам, собрав мощное вооружение и обучившись определенным навыкам ведения боя. Разработчикам удалось разнообразить игровой процесс сразу двумя уникальными режимами, один из которых предлагает тебе пройти сюжетную кампанию, когда другой представляет из себя классическую песочницу. Standard Grail The Fall of Avalon – это темная фэнтезийная ролевая игра, сюжет которой посвящен знаменитым легендам о короле Артуре. После его исчезновения Авалон приходит в упадок, храбрые рыцари в смятении, а их героические подвиги постепенно уходят в небытие. Теперь миссия по спасению страны возложена на обычных людей, которые решают найти Грааль. Жители отдаленной деревни собирают небольшую группу отважных воинов, чтобы добраться до Камелота. Больше никаких новостей от этой экспедиции не поступало, а это значит, что вашему герою пора возглавить новую команду. Вы поведете воинов в древний замок Артура, где может быть спрятан могучий артефакт, способный решить все проблемы в государстве. Каждый член вашей команды обладает уникальным набором навыков и способностей, которые пригодятся во время выполнения задания. Проходя по неизведанной территории, вы неизбежно столкнетесь с многочисленными врагами. Побеждайте противников с помощью оружия, которыми владеете, или собственных навыков. Набирайтесь опыта и расширяйте свой арсенал. Только успешно выполнив задание, вы сможете вернуть процветание своей стране. Shadow Gambit – уникальный игровой проект, разработанный в жанре скрытой стратегии, который переносит нас в удивительные приключения в необычной роли. Роли бесстрашного, но ужасно уставшего от жизни пирата. Мы становимся частью захватывающего и одновременно опасного путешествия, где мы соберем собственную команду из храбрых призраков и добьемся поставленных целей вопреки всему. Восстание Инквизиции стало нашим главным противником, и мы должны избавиться от него как можно скорее. Отправляйся на исследование многочисленных локаций, проходя испытания, избегая ловушек, собирай драгоценности и сразись с оппонентами. Игровой процесс полон насыщенности, и поэтому у тебя не будет времени для скуки. Графика игры порадует ярким визуальным стилем с тщательно проработанным открытым миром, который ты сможешь изучать вдоль и поперек. Уон Грант – приключенческий экшен от третьего лица, где мы сыграем роль отважной охотницы за головами. Погрузись в череду динамичных и опасных событий, проходи испытания и сражайся с коварными оппонентами, отпор которым будет дать не так-то просто. Порадует наличие массы интерактивного оружия, которым ты будешь заполнять свой боевой арсенал, чтобы повысить эффективность истребления врагов, а также тех, кто посмел принять сторону зла. Здесь присутствуют махинации, хитрые уловки и нотка сатиры, которая отлично дополняет и без того интересный игровой процесс. Каждый бой будет по-своему уникален, и каждому нужно как следует подготовиться, чтобы ни один сюрприз не застал тебя врасплох. Импровизируй и экспериментируй с окружением, изучая множественные локации и добывай ценные ресурсы. Отдельного внимания заслуживает графика, исполненная в ярких красках с уникальной мультяшной анимацией. Это был мой топ-10 новых игр, которые вы, возможно, пропустили. Надеюсь, что вам удалось открыть для себя что-то новое и интересное. Мир видеоигр постоянно меняется и развивается, поэтому всегда важно быть в курсе самых свежих релизов. Оставайтесь на связи и следите за новостями в мире игр, ведь там может скрываться следующий шедевр. Спасибо за внимание, до встречи в следующих моих видео.